Еще вот этот момент сразу, потом вот здесь, значит, еще раз по поводу минуса тяжести. Сейчас мы вот сейчас стоит собака, да, мы ставим когда на стол, и поднимаем лапу. И вот видите, он на той ноге стоит, да? Это расслаблено, и я его могу поставить туда ключи. Вот так. Понятно, да? И я его представляю туда, куда мне ноги. Вперед передние лапы не ставим никогда. Как бы, если у нас вот эта лапа стоит вот так, а это здесь, какую лапу мы поднимем? Вашу хозяйскую. Понятно, да? Приподнимаю, приподнимаю. То есть я беру собаку, поднимаю, сразу переношу центр тяжести на одну лапу. Видите, да? И собака стоит на одной. И собака стоит на этой лапе. Опускаю. Меняю руку. Всегда меняю руку. Поднимаю и ставлю куда нужно. Не забудьте, что все время нужно поправить галстук собаки, то есть убрать вот здесь вот лишнее, чтобы не получилось, что вот так вот мы его держим, да? То есть обязательно сюда все поднимаем. Не гусили? Не мешает ли что? Нет, ни капли. И здесь тоже сзади галстук. Окей. А что такое? Не забывайте интервал. Я судья, за моей спиной вы чуть-чуть притормаживаете. И красиво с выходом выходите, за моей спиной. Освобождайте все пространство впереди, чтобы никого перед вами не было. И выходите в том темпе, который вам нужен. Потому что хоть на какой-то одной прямой вы должны показать, как двигается красиво ваша собака. Если она плохо двигается, значит мы не выходим, значит мы не выступаем, значит мы делаем вид и показываем всем, что я бы пошел бы, но мне просто все мешают. Ну, согласны? Это Марина. Марина, это Эд. Он первый раз. Вы боитесь маленьких собак. Эда, на скорее смотри, что? Кидается в ноги, Марина. Так, зайди пару раз посередине, правильно? И остановились. Выбираем сразу же себе место так, чтобы вам удобно было встать и стоять. Как только мы начинаем вот так полтузить собаку, сразу же ничего у нас не получается.
Возьми ее побольше под шею, не замок, а под шею. Да. Потихонечку начинаю расставлять все лапки. Потихонечку, неважно как. Нам надо сейчас просто их все расставлять. А, Марина, ползи от Марины. Вот это Марина. Так. Если возьмем вот так, видите, что творится? Вот я ее так беру, она выползает. Да? Я ее так беру, она выползает. Маша. Вот так держу, она выползает. А если я возьму вот так, она уже никуда не денется. Где же сбивать? Вот, понятно смысл, да? Стоять. Со стороны судьи вообще рук не видно. Нет, оттуда вы это взяли. Thank you.
Так, Марина, выпусти царство. Осталось бы там, и мы, чтобы она получилась. Все остановились. Да.
перехвати за шнурок и отпусти руку. И дай лапу, не покажи лапу. Нет, ну потому что ты двумя пальцами держи вот лапу. Да ты накинула лапу, а два держишь двумя пальцами. Я что, живем теперь в восьмипалубе. Восемь пальцев у нас теперь жизнь. А в двух все время что-нибудь держим. Окей, выходим из стойки, бери совсем. Мы показываем
А если держу вот так, вот на это расстояние, собака мне не принадлежит. Поэтому я держу ее у основания и всегда беру у основания. Как бы я ни меняла руки, что бы я ни переставляла, какую стать. Обалдел, парень. Я думаю, другая жизнь меня ожидает. Вывели стойки вокруг себя, похвалили, ладно, создали.
Вот я довольна, что мы уже начали с собаками хоть разговаривать. Первые занятия было просто гробовая тишина. Сейчас уже хоть что-то поговорим. Пошли. Собака у меня медлительная, да? Стоит красиво, ходить не хочет. Она идет медленно, она подстраивается под собаку. Она хотела посмотреть руку, поставь передние конечности, сказала ей стоп, девочки, смотрим все, да? Она остановилась перпендикулярно к судье, показала поставь передние и пошла дальше по кругу. Не доходя до судьи метра три. Чтобы судья видел не ваш затылок, а видел полностью собаку. Передний судья. Типичная породная голова. Хороший корпус. С хорошим свободным движением. Вы нам простите. Спасибо, ожидайте сравнения. Тяжело описывать, правда? Описывать тяжело. Очень тяжело. Вот даже не вникая в породу, а просто общее, да, описание собаки. Что надо сказать? Сначала общий вид, еще раз, да, общий вид. Как только мы научимся сами вот это описывать, нам на выставке станет намного легче, поверьте мне. Это уже не один мне дрессировщик говорит, что когда я начинаю, когда я сам уже начинаю понимать, что такое описание, мне легче ставить собаку и легче реагировать на эту судью. Я нервничаю так, потому что я все это слышала и сам могу так говорить. Ну, конечно, не так. Окей, следующий. Давайте, Джека. Маша, отдай маме собаку, иди суди. Значит, громко, Маша, да? Нам что нужно? Нам командный голос. Что? Что?
Что делать, спрашивать? Ну что, возраст? 12 месяцев. Значит, возраст еще раз, да, мы говорим до 24, мы говорим месяцев. И, соответственно, возрастной группе мы придумываем, сколько нам нужно побольше сказать, поменьше или правду сказать. Это уже в зависимости от того, как развита собака. Громче, Маша. Ну, здесь, наверное, должна команда зубы была быть, правда? Сзади. Пожалуйста, снижусь. Убивать его, да? Сидеть. Молодец, хорошо. Что сейчас мешает? Вот, да, что мешает? Хвост его мешает. Вот он вот сюда вываливается, понимаешь, тебе сейчас вместо того, как показывать зубы, еще надо будет убрать волосы. Понимаешь, мы уже про это посмотрели на всех тягеров. Все везде убрано, вся эта капка. Пощупай собачку. Очень часто судьи сами смотрят зубы. Пощупала, пощупала, погладила, зубы посмотрела. Угу. Так. Так, молодец. Ага. Все, дальше командуешь? От меня на меня, пожалуйста. От меня на меня, пожалуйста. Маша, старайся громче говорить. Там все равно, как там развернуться. Немножко лакомства, и собака стоит совершенно ровно. Но, ребят, очень часто на выставке бывает ситуация, когда всю жизнь собака стояла. Стояла как часики, только даже еще и хвостиком подвинула. Но в какой-то момент что-то не включилось, да? И собака начинает кривляться. Поэтому обязательно должна научиться ставить собаку руками, да? То есть падать на обе коленки, садиться плотно и аккуратненько собаку расставлять. Для этого должен быть контроль головы. Без контроля головы собака вообще ничего делать не будет. И нам сейчас не важно, пожалуйста. Нам сейчас не важно, как она стоит, нам важно, чтобы она замерла. Не специально, конечно, там специально не может. Еще короче, пожалуйста. И поставь уже как на месте. Сначала вот общее целое, да? Она породная? Да. На породу похожа? Да. Похожа, да? В размере? Да. В размере. То есть она не кобель, явно видно, что это сутечка, правда? То есть она развита полностью или она развитие соответственно возраста? Правильно смотрим? Физически она подготовлена? Да. Физически развита, правильно? То есть вот это вот общая картина с хорошим характером, правильно? С типичным поведением для данной породы, да? Активная, энергичная, упрямая. Прочее, да? А дальше уже что, голова породная? Да. Там голова породная. Поставь уши нормальные? Да. Крепость спины? Хорошая. Поставь конечности? Хорошая. Ну, общее движение? Я знаю. Свободное движение, правильно, темперамент?
Нет, она не спокойный, как она темпераментная, она уверенная. Как у Джек Рассел спокойный характер. Это лабрадор, напиши, что он спокойный, но вот. Это ну, не так, не вяжется. Окей, еще раз проходите. То есть описание было такое, да? Все хорошо. Смотрим, поставь задник. Есть претензии? Нет. Я бы сказала, что подставляет под себя. Мне бы хотелось, чтобы она больше не толкалась. В переднем есть претензии? В переднем нет. Хороший параллельный постав. Что, какой недостаток мы видим у этой собаки? Глаза. Совершенно верно. Ждите сравнения. Это судья вещь не знает. Пошли. Так бывает. Выходит судья, и черта не знает, правильно, да, и поэтому мы тоже же, а мы знаем, и стандарт от зубов у нас отскакивает. Вот у меня, видите, как скачет. Меняйтесь. Даша, отдай. И выходим, подожди, в ринг мы отходим, выходим оттуда. Нас начинают смотреть оттуда. Если мы здесь выйдем, встанем, потом о, на нас уже смотрят, ла-ла-ла, да? Не пойдет, не покатит. Поэтому сразу выходим уже красивые и уверенные. Такой судья, сегодня все судьи требуют поставки времени. Чувствуете, да? Так заговорил. Ну да, это можно, да, совершенно не попробуем. Ну и все-таки, когда здесь большая собака, все равно сначала, конечно, ты выходишь, и наша задача блеснуть, чтобы нас запомнили, показать собаку. Для этого мы должны нам, если не сказали сразу, иди сюда, да, чтобы показывать, ну, чуть-чуть, да, чтобы приближиться, да, и потом успеем, и тоже пожалуйста. Посадила, ногу подставила сзади, правильно. Ваш хвост, господин судья. Загораживает на всю палитру. Открытый состав. Открытый тоже. Вы скажете?
ветеран. Открыто для ветеранов. Хотели 24. Ветераны не обязательно, потому что моей собаке 8 лет, не обязательно, что я пошла в ветераны. Ну, можно открыть? Да. Открыто он открыт. Для всех. Да. Возраст 8 месяцев. Класс. Ученики. Описывай. Деление свободное. Так, стоп. Хорошее. Породный. Породный. Вид. Если ты видишь, что это корова, ты видишь породный. Хорошо поставленные уши. Свободное движение. Корпусом есть все? Есть. Ну, с корпусом, ты что-то сказать надо. Хороший объемный корпус. Хороший объемный корпус. Домой пришли, чтобы все описания перечитали. Хорошо поставленные лапы, темные глаза. Конечно, лапы это года. Лапы. Конечно. Ну, тебе нравится лечить. Активный. Ну так же судья стоит мучить. Чужая порода судится. Чего мне сейчас сказать? Я бы сказала, породы выразительные. Ну, я бы сказала. Ну, соответственно, разве, соответственно, возраст. Он разу, что действительно сразу попросил за своего возраста. Он не был хорошего размера. То есть он не громадный, как и все. Хороший принцесс. Сзади я не щупал, потому что не хочу. Я бы отметила очень красивую голову и шикарное плечо. Я скажу. Да, нет, просто удивительно для лабрадора, конечно. Ничего страшного. Не страшно. Стой. Нет. Что с вас такое? Да ты да. Что ты не ешь? Мы же описываем его ручку. Нет, я просто... Как это? Для себя, да. Для себя согласна. Так, меняемся дальше. Иди. Меняемся. Маша судила. А, Маша гурмон, давай, Маша. Тут секретарь такой. На ринг приглашается гам-гам-гам-гам-гам-гам-гам. Все. Номер такой-то. А у меня климота будет. Знаете, у кого? Побережье, скажу. От Баси. 7-7-7-7. У меня было 3 шестерки в свое время. А еще было 5-5-5. Мы кличку дали на 1 пятерочку. Молодец, Маша. Дай. Я бы сзади поддернула бы Машу шкуру назад, чтобы не было этой складки под поводком. Нижнее, нижнее. Может быть два варианта. Или вы выносите собаку, ставите на стол ее сразу же, да? Занимаете стол, когда предыдущий участник с него ушел. Или судья сначала смотрит движение, а потом ставите на стол. Конечно, собаки, которые экспонируются на столе, показываются на столе, нам, конечно, выгоднее поставить... Маша, спокойнее. Нам, конечно, выгоднее заранее поставить собаку на стол, расставить ее на стол, у основания держишь. У основания, Маша, у основания штанов держишь. Нам, конечно, выгоднее, чтобы судья обернулся, а у нас королева стоит, да? А так судья тут подойдет, а мы тут начнем. Не гуляешь себе. Нет. Сиди, ты сейчас встанешь, ты просто кинул, что ты делаешь?
насколько мы, как только начинаем показывать собаку уже по одному, как сильно мы начинаем нервничать, да? Вот у нас уже появляется такое вот, вот она сейчас, оп, бросила, она начинает уже торопиться куда-то. Конечно, не как есть люди, которые выставляют полчаса, уже выставка закончится, они все там собаку свою выставляют. Нет, конечно, но все равно чуть-чуть успокоится. Перехвати руку, сейчас перехвати руку, покажи ей на лапу. Нет, левую возьми. Так, покажи ей на лапу. Вот что бы я здесь сказала в замечании? Что собаку нельзя вот так трясти. Она не понимает, что ты от нее хочешь. Вот поставила какую-то стать на место, куда тебе надо, и замерла. Слышишь, Маш, да? И когда ты ее ставишь, лучше взять ее под голову. Давай, от меня нельзя себе лицо. Она сама не будет очень сильно. Кто? Девочки. Девочки сегодня переступила через себя. У всех свой порог. У мамы скажет, правда, мама? Да. Мы это все видим, поэтому он... не надо вообще. А второй кусок сразу же у тебя. Значит, девочки, у всех у нас два куска. Да? Один мы сейчас на тренировке выкидываем вперед, второй у нас здесь. Вот мы дома работаем с восьми пальцами. Все делаем, все, и здесь вот себе положили лакомство и ходим полдня, чтобы для нас это привычно было. Конечно. Молодец. Перехвати сверху, вверху. Посильнее вперед, как уже у тебя лакомство. Не-не, да, вот так. И чуть-чуть сами сама вот так. Да. Вот так чуть. Да, хорошо. Где лакомство в руке? Молодец, загни его туда. Отдай сразу. Ну вот так неплохо. Давай еще пару кружочек. Сразу поправляешь и наш галстук. Я очень довольна, что вы меня сегодня все слышите. Я прям такая сижу счастливая, расслабленная, потому что до этого я говорила и понимала, что я много говорю, а вы мало занимаетесь. И сегодня как-то хорошо. Да. От меня на меня, потом на стойке. Молодец. Стоять. Не, просто перед ней встань. Просто перед ней. Не тратись, не давайте.
узнать. Какой возраст собаки? 9 месяцев. Покажи. Хорошо. Зубы. Сейчас. Руки не трясутся. Был увеличен, рот не верит. Варя, что же ты поставишь собаку? Если она ничего не говорит, то веди на второй круг. Нет, можно быстрее бежать? Конечно, вы же движение показываете. Для чего по кругу бегаете? Ребят, не забываем на повороте подтягивать на себя собаку. Thank you.
возраст? 6 лет. Ага. 7. Наверное. Хороший окрас, хороший цвет, выразительный взгляд, хорошая подставка шеи. Скажите, уже такой оригинальный звук. Как у хозяйки. Хороший показ. Спасибо. Проходите на сравнение. Дома она ходит. Так, пошли все на сравнение. А вот здесь дальше, знаете, как может быть? А дальше пошли, да, называют? Кто у нас идет первым? Ротвейлер? Джек Рассел? Блин, стопы уйдите. Забыла на пол. Я не видела. Спрятали. Уйдите, Корги. Корги? Ротвейлер? Джек Рассел? Лабрадор? На тот прямой все построились. Построились на тот прямой. И вот из всех сделала только правильное. Я почему вас так заставила пройти? Потому что Маша, она себя загнала в угол. Ротвейлер, Марина, она ее поджимает. Понимаем, да? То есть у вас нет уже здесь места, да? Для маневра. А тут приходит еще один человек и в попу Ротвейлеру впитывается, да? Единственное, кто правильно встал, это восьмая группа. Смысл понятия? Вышли и шаг назад сделали от нее. Вышли и шаг назад сделали. Оставили себе пространство, в котором вы живете. У каждого должно быть личное пространство. И у вас с собакой тоже оно должно быть. Она сейчас начнет выпендриваться, начнет вот так расставлять, потом вот так расставлять. И загонит вас в тупик, понимаете? Да? Здесь нам очень важно, чтобы у нас у всех было личное пространство. Так, круг прошли и присели, поставили собаку, сидя рядом с ней руками. Пошли. Движение начинаем. Не наезжаешь. Еще кружочек положили, вообще было. Просто оставить. Маша, оставь поводок вообще. Ставим руку. Остановились, Молодец, Маша. Не будь почему, старайся поаккуратнее, потому что как только мы поднимаем живот на свой живот, для них это естественно, они сразу же более готовы. Даже перекинем руку. Поменять руку, поправить заднее. Какого черта поводок руками не снять? Рано еще даже, да? Хорошо, держи, как держу. Ребят, поводок был или на шее, или сбоку около тела. Опускайте поводок, как ну, для маленьких собак, для больших понятно. Окей, еще. Пошли кружочек еще. Оля, а выйдите сюда на середину на самую, туда-обратно пройдите, остановитесь просто. Мне нужно, вот чтобы вы просто остановились, и что собака будет делать? Нет, не та собака.
Я остановилась, как уж я сама. И мне нужно, чтобы получилось в одну сторону, в другую шаг сделать. Получится? Чтобы собаку вы ее чуть-чуть сюда, она лапу сама потянула. Вы ее немножко сюда, и она лапу сама потянула. Ребята, давайте, если мы говорим команду, то она такая, волосы не терпящим возражений. Вывели стойки, все, поправили. Постарайтесь сделать вот так, и потом так. Что собака сделает? Да? Опять так и сюда. Что делает собака? Это так, просто вам покусай шариком. Себе думаю про нас. А что? Спасибо.
Попробуй чуть-чуть дотронься, попробуй. Хорошо. Ну, тоже хорошо. Потом уже не надо подготовить. Да, вот так я могу. Thank you.
Молодец. Сразу же себе мельничка, да? Сразу шаг назад, чтобы побольше было места для маневра. Не встаньте перед собакой. Ребята, вот эти все движения перед собакой, за собакой, это не поспокойнее, не все понежнее. Шаг по одну сторону, на другую сторону. Ну и расставляем красиво. Маша, вот это вот. Нет, не стоять. Я вам сказала нет, но стоять сказала бы попроще чуть-чуть. Понимаешь, да? Стоять. 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 Ребят, где плюс? Так, где плюс-то у собаки?
Вероника стоит, просто ничего не делает. Даже где плюс на собаке? В каком черте? Вот тут она, это не плюсная. Вот это плюсная, да. Плюсно должна быть перпендикулярно, ребят. Вот как вы хотите, ноги сломайте, углы, но плюсно остается перпендикулярно, понимаете, да? Да, вот это плюсно, да. Понятен смысл, да, Мария? Да. То есть нельзя тянуть ногу дальше, чем она должна, плюсно должна стоять перпендикулярно земле. Вот здесь есть еще запас? Есть запас, да? Провели, чуть-чуть отставили, да? Провели, чуть отставили, да? И переносим центр тяжести. Переносим центр тяжести. Переносим. Переносим центр тяжести. Чуть больше. Сама ты тоже двигайся, бойся. Отдай. Хорошо. Давай. Поставь. Перехвати, перехвати. Даже не нервничай, мы начинаем дергаться, сразу чувствуем. Они же не пулят. Перехвати другую руку. Покажи вам. Дай лизнуть, два просто, чтобы потянулось за ним. Дай лизнуть. Не давай, никак не дальше. Так, и остались там все.
Так, по группу начинаем. Кто-то пухнул. Очень хорошо. Я буду большим. Так, смотрим за Машей, я комментирую, все смотрят. Маша, собери поводок окончательно в руке, чтобы соперка не висела. А для этого что надо сделать? А для этого надо одеть. Так, девочки, зайдите на зал. Пожалуйста, еще раз. Что есть на нижней челюсти, чего нет на верхней? Отмени меня, пожалуйста. Третьего маля. На верхней челюсти два маля, на нижней челюсти три маля. Такой совсем маленький. Хорошо. И поставила. Вот не суетись, выдохни и чуть-чуть поспокойнее. Перехвати руку за шнурочек. Нет, где же мое основание? Нет, снизу. И перехвати руку. И покажи лакомство. Стоять. И мама позвала собаку. Да. Еще раз. Да. Нет. Мы когда просим позвать второго человека собаку, мы зовем Белла. Ждем. Стоять. Еще раз. Белла. Ждем. Да? Вот мы не начинаем. Белла, 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 Белла. Там уже вся вот здесь, знаете. А мы ее все равно вот. Знаете, нет. Мы именно привлечь внимание. Да? Нам нужно, чтобы Корги сделал так. А? И она так сделает. Давайте, поехали. Только не в попу собаки кричим. Белла. Ну, по идее, второй должен быть здесь около Линды, да? Чтобы на него Белла. Молодцы, видите сравнение. Выходим. Вот я бы выбежала. Прям выбежала вот так. Еще раз. А что, вот зачем вот этот смотреть? И выбегаю я не вот отсюда, а вот оттуда. Все время движение должно быть. Thank you.
что потом, после года, мне уже не очень хочется здесь спасть. Второй группе. Ну и вас тоже в том числе. Молодец. Не дергай. Вот это что было? Стоять. Дома позанимайся вот здесь. Иди сюда. Чуть пошире ему надо, чтобы он подсел чуть-чуть. Ну, сильно подсел. Александр, тяжесть, перекинь его вперед еще. Еще, чуть-чуть, еще. Вот. Потому что уже ты его. А я почему хотела сказать, был такой момент, когда он сгруппировался. И вот попробуй на зеркало. То есть это он начал двигаться, и он именно перестал быть таким растянутым длинно. Понимаешь, да? То есть был момент, когда он покомпактнее стал. Окей, спасибо. И тут я разворачиваюсь, и здесь должна стоять собака. Ты ж стояла здесь, какого черта ты ушла? Давай. Что? Ценность какая в столе, да? Что судья тут что-то говорит, обернулся, а тут красота. Уже готовая стоит. И это что у нас? Эффект первого впечатления, правильно? А где? Вот стоял, уже такой. Уже вернулись. Сказала, молодец, стоишь. Какой возраст? 12 месяцев. 12 месяцев. Какой класс? Третий. А, юниор. Не путаем группу с классом. И вот чтобы назад собака не пятилась. Такой небольшой преимущество. Уже не пятится. Уже знает. То есть собака знать должна, где край стола. А стоять она должна быть поближе сюда к столу. Нет, нет, заберись. Все, молодцы, хорошо, и уж извини. Там не сеемся с собой, уважаемые. Иногда выйдет хендер в ринг, да? Выстрелит собаку, а после него прямо поле этого лакомства ловится. Такое неуважение бывает. И выходим с песней. Ребят, и для того, чтобы. И для того, чтобы у нас хорошо получилось выйти, мы выходим не с ринга, мы не отсюда начинаем. Мы начинаем откуда-то отсюда, и тогда первый, второй, третий шаг, и мы здесь уже как раз хорошо пошли. От меня на меня, пожалуйста. Старайтесь не загонять себя в угол. Собака, когда долго сидит, все время шире обзорится. Малыш. Сгоняла же сон, да? Молодцы, попробуй. Постарайся сама пошли решать.
поправляем. Зайди сюда. А почему не сзади? Потому что заднюю хозяйку надо было поправить. Потому что она и так уползла далеко тогда. Она ее еще попыталась поставить вровень с той. И все. Понимаешь смысл? Вероника, услышала? Какую лапу? Переднюю свою. Переднюю свою. Хорошо. Здесь. Молодец. Переднюю свою. Ну, конечно, хотелось бы вперед поковеркнее, да? Но у нее для этого должно появиться время. Что? Ну да, я тоже вижу, но он растет же очень. Расползся, то есть выделилось точно. Он стоял ровно, да? А потом получилось передние ушли чуть-чуть, да, и задние ушли, и середина провалилась, да, конструкция, да? То есть понятно, на это смотрим, и тогда, если нам что-то не нравится, шаг на собаку, шаг от собаки, вокруг себя крутанули, еще раз поставили. Не стоим истуканами, да, не стоим. То есть мы показываем красоту, если красота не получилась, мы сами глянули, да, мы говорим, секундочку, сейчас, и вот так, да. В противном случае, если мы и замерли, да, и что? Мы работаем на себя, не на судью, на себя. Все, вышли все в круг вместе. Молодцы. По кругу остановились и похлопали.